С июня по август на территории нашей области отдохнуло порядка 127 тысяч туристов, что на 35% больше аналогичного периода того самого доковидного 2019 года. Прежде путешественники останавливались у нас на 2-3 дня. В этом году средняя бронь – 5 дней. Такая тенденция, по словам Андрея Чибиса, результат особого внимания чиновников к туристической отрасли. За 2022 год 5 бизнес-инициатив по направлению экотуризм получили 4 миллиона рублей, а в рамках развития придорожного сервиса 10 проектов получили 50 миллионов рублей. На развитие инфраструктуры из федерального бюджета выделено 146 миллионов рублей, а на строительство модульных гостиниц – более 100 миллионов рублей. Кирилл Гребеняк, Андрей Бричко, ТВ-21+.